Омск станет площадкой престижных соревнований по велоспорту. В пятницу в нашем городе стартует чемпионат России и международный турнир «Большой приз Омска». 5 сентября участники турнира разыграют 4 комплекта медалей в спринте среди мужчин и женщин категории «Элита», а также среди юниоров. А на воскресенье запланированы финалы в гонках преследования на 4 километра и другие заезды. Соревнования пройдут на омском велотреке. Комплекс мирового уровня открыли в сентябре прошлого года. Трасса соответствует всем олимпийским стандартам. Ее протяженность 250 метров, а условия позволяют спортсменам развивать скорость до 100 км в час.